Жители поселка Неверудянка подсчитывают, сколько они смогут сэкономить на коммунальных услугах. В поселок провели газ и запустили новую котельную. Репортаж Дианы Храмцовой. Печь в доме Ольги Масленниковой теперь просто часть интерьера. Улицу, где живет педагог, подключили к природному газу. Значит, можно забыть о заготовке дров на зиму. Муж уже в возрасте, дети в Екатеринбурге приехать не могут. А у нас уходило, у нас еще баня есть. Это мы по 10 кубов-то с лишним-то за каждый год покупали. Вот его распиливали, кололи, складывали, работы полно. Теплее станет не только в домах по улице Томина. Вместе с природным газом в поселке Неверудянка появилась новая котельная. Она в два раза эффективнее и гораздо экономичнее старой. Газ намного дешевле, чем свет. Но у нас сейчас, на данный момент, у меня в доме все держится, как говорится, все на свету. Света нет, все, жизнь прекратилась, все стало. А в Кировграде полным ходом идет реконструкция бассейна «Чайка». Сейчас рабочие меняют коммуникации, спорткомплекс преобразится и снаружи, и внутри. Открыть обновленный бассейн обещают в сентябре будущего года, чего местные жители ждут с нетерпением. Там бассейнов нет, они к нам приезжают вот сюда. Эта стройка тоже под пристальным взором кировградцев. Здесь будет детский сад. Новоселье малыши смогут отпраздновать уже ближайшим летом. Раз у нас получается в целом это весь микрорайон, вот этот, он комплексно уже застроен. Рядом за этим домом у нас детская площадка нормальная. Сети все рядом, поэтому здесь никаких проблем. Я считаю, что особых у нас нет. Анатолий Грезин хвалит руководство муниципалитета за то, что участвует в большинстве областных программ. Придомовые территории в Кировграде благоустроены по проекту «Тысяча дворов». А теперь и очередь дошколят сократится на 75 человек. Именно столько малышей пойдет в новый детский сад. Диана Храмцова, Александр Жанников. События ОТВ.